Ребят, спасибо большое. Знаете, я на самом деле отчасти вам благодарен жизни за то, что я есть, за то, что вы есть. Поэтому это я должен скандировать каждое имя, каждого из вас, кто находится здесь сейчас. Так, если количество людей пересчитать, чьи имена я должен скандировать, я могу вообще перестать заниматься музыкой. Поэтому, ребят, спасибо вам большое. Знаете что, я... Ребята, я бы очень искренне хотел бы вам сегодня, раз у меня есть такой шанс что-то сказать со сцены, я бы хотел искренне сказать пару вещей. Одна из них, она заключается в том, что, ребят, здесь находятся люди самых разных возрастов, вообще, самых разных мировоззрений. И знаете, все это полная хуйня. Возраст, мировоззрение. Все равно мы собираем всю эту инфу из окружающего мира и, по сути, иногда выбираем, иногда не выбираем, чему кладем себе в голову. Но я хочу пожелать всем, кто сейчас это слышит, кто это даже не слышит, кто где-то там, оставаться хорошими людьми. Это самое важное. Все остальное не имеет смысла. Спасибо, я продолжаю.